Я понимаю, но у меня тут много чего написано. КГСМ, КМХ. А почему написано? Почему? Ну переведи на казахский, блядь, ебать. Тут написано то, что типа КГСМ на русском, а КМ в частном английском. Ты еще и читать умеешь. Ты представляешь, да? Почему вас там учат, блядь? А чем отличается от них? Так вы помните, как противник выглядит хоть? Для этого мозга. Амеры ебаные. Амеры. Американцы. Вудленд. Солдки совсем не знаю. Без бороды. Поехали, блядь! Вижу лавку. Гермелион, слышишь меня? Вообще, кто на крике есть? У кого рация есть? Гермелион! Охуенно, блядь. Есть кто на связи вообще? Я на связи. У тебя офис есть этот? Че? Карт или рация, блядь? Нет, конечно. Там лавка плывет, блядь. Где? Вон там он, блядь. Ну заебись, у меня гранатомет есть, я могу и подождать, причем. Ну подождем. Приплывет. Конечно, что у нас сейчас он сейчас разъебет здесь, мне кажется. Не, ну здесь лес, он мешает. Форум. Где лавка? А, вон там лавку. Давайте я видел. Давайте отойдем отсюда. Может быть, перекатимся тогда? Ну, немножко рассосить, само собой, блядь, не сидите же так рядом. Ну, лавочка плывет потихонечку. Да, сделайте себя все на крик. А что едет, слышно? Три трубы. Прямо там заливается. А, да. Короче, там какая-то хуйня плывет, короче. Это точно не лодка, это лавка какая-то плывет. Thank you.
А хуй узнат. Или так на отъеби стрелять, или нет. Но лучше, конечно, всем заныкаться. Там лавочка плывет, вот эта лавочка по нам стреляет. И плюс еще вот эта вертушка. Не особо. А, вон она что-то. А, нет, нет, нет. Ныкайся куда-нибудь, блядь, пока. Нет, заходит. Спалив позицию, блядь. Держитесь, главное, друг от друга подальше. Лавочку потерял, не вижу. А, вижу, вижу, лодку, лодку. К нам плывет лодка, пацаны. Пацаны, к нам лодка плывет. Там лавка и лодка. Если еще кто живой остался, плывет.
Вот для чего такой был так что. Прикрывает, лодочки плывут. Сделаем скрин, что ли? Сейчас он получше. Сука, у меня на одиночках стоял. Ёбан в брат. Ведрите, что там бахнуло так? Как там куча народу? А, это полностью РПГ выстрелили или что? Лол, майс, вот он. Сука, минус 3, 4. Кто за? Кого не залипло? Одна, то, что никакой связи, ничего нету вообще. Не доложить ничего нету. Чё хуже? Не доложить ничего. Я же их всех вижу. Миха, шумишь. Миха, там отключи там, микрофон, блядь. Сори. Этот. Сорен, ты хотя бы кого-то убил, я вообще от камня сдох. Да я пошел в том управлении, смотрю, две лодки стоят, блядь. Пошел туда. Тут вижу двое пацанов, блядь, начинаю стрелять, а у меня, сука, блядь, на одиночках стоит, блядь. Ну, если бы я от камня, типа, не улетел в космос и потом не пал без останку, то я бы видел эти лодки, а так я, типа, уже... А ты где слился, блядь? А, вон я на горе лежу. А, вижу. Они же меня, этот, перевязывали все. Надо тебе туда гранаточки кидать, гранаточки. В смысле? Нет, я стоп еще до того, как они высадились. У меня лавку делаю.
Грибом сказал, типа, отходи, я начал уходить, и лавка прилетела прямо в меня. Ну, пацаны, главное, наши жизни, сейчас, если только вон подойдут, этот... Алекс, день добрый. Таракан, ну слышал же, блядь. Таракан, да. А он боится, что... Найс, найс, только живой. А, он без знанку упал. Он что так? Нормально на русских. Нормально. О, Е3, там по Бэхе или типа русских. Там, кстати, летит. Пацаны из труб постреляли, блядь. То по лавкам, то по трое, по этим, по кораблям, блядь. Ох, они повысаживали, смотри, на горе, это Уралы где сидят, смотри. Скайнет пришел, меня как-то... Я такой смотрю, бах, СВД пропало, бах, бах, рация пропала. А я продолжаю включить речь. Тяжелый Касаныч, потом как перевисали. Не, ну Бэхам сейчас надо, конечно, товарищей Джейв и Уралов выбивать, блядь. Ну они их не выбьют. Если они сейчас их не выбьют, они могут зайти просто тупо и все. Ну Уралы просто не спутятся с этой горы и все, будут сидеть там до конца игры, пока Бэх будет жива. Брифа такой. Могут зайти. Ну, да, в принципе, согласен с тобой. Ну вон АТВ подключились уже. Хотя я думаю, у них ничего не выйдет без прицелов. По нам вверх-то работу нас заметили, получается? Или просто так на том месте? Кто сам был? А, понятно. Там прямое попадание, это, в бункер было. Сам, ты куда убежал? Так это я за вами бегал. Так я в бункере был. Ты в бункере повис, что-то мы упали, поднялись обратно, приехали, тебя нет. Сейчас меня не побежал сверху. Ага. Я у 13-го. Ну если убить, то мы поехали, ну куда? Там убийцам можно, и так хорошо, что ты живой остался. Там очень легко убийцам на спуске. У меня, короче, когда я сейчас поднимался камень перед смертью, у меня вперед означало идти назад, а назад означало идти вперед. Кстати, что за фигня? Ух ты, даже лобстера смогли на пике достать. Я надеюсь, все остальное. А? Чё за фигня, когда я сейчас шел в камни, у меня вперед это означало назад, а назад это означало вперед. Я не знаю, засасывал, может. Я нормально пока выходил. Когда с камня спустился, все нормально было. Потом поднялся и улетел в космос. Ну, тема с Рыговым очень плохо. Я вообще улетел. И да, они на Бэхе даже смогли перископ сломать водительский. Это вертушка? Со своей киниганом? Да, может, да. Она, в принципе, же может прошить его? Блин, нашел он же их. Классно, да? Да, думаю, косвенно. Да, сейчас здание еще туда, например, в лесок пустить. А Уралов туда вертушку что-то доставил или что? Да не поднялись, я так понимаю. Или там подняться можно было, да? Типа поднялись, но да, но... А, вон, да. Там же есть вот это ущелье, так сказать, которое можно пройти. А, я лодку вижу, они на лодке. На лодке они были. Да что-то они быстрее приплыли, чем этот SBLC. Ну SBLC пока, блядь, переплывали под островочек, это пока чего. Я по лодке чуть-чуть не попал, блядь, который.
подходил к, к этому. Надеюсь, что вы уже не знаете. Избавляться. Упал 10 минут назад со знаком. Да, давайте грузите его. Давайте обратно. Да, никуда поехал. А, прям в центре, наверное, встанет на базе. Ну, ему сейчас бэхи-то не надо поставлять. Он по другим джейм будет стрелять, понял. Ему, скорее всего, сказали. А есть таракан позиция. Да, 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 точно. Все. Они там что-то годное? Mm-hmm. Немо, типа, до этого сдохли его? Да, не. О, все, найс. Найс. Гуару почти истребили. А починили или ей вообще ничего не было после попадания? Кому? Какой бы? Ну, первый? Где снап лежит? Подожди. Там перископ выбили. Не, перископ же вертушку убил. Они про РПГ говорят. На РПГ не попадал. Рядом попадал. Да, рядом. Поэтому снап и сдох. Нет, меня вертушку убил. А, ну да. Да. О, еще один взрывок лейсбус. Там а, мины стоят. Кто-то ебанул. А кто мин у нас все топ ставит? Мину ставил, по-моему, таракан. Нет, там офис, мне кажется, был. Там офис этого, с карандаша стреляет. Да. Не в РПГ, а как Форн тогда кучу народу убил? Ты как кучу народу убил Форн? Гранатой? Я не это, я одного, скорее всего, убил. Что там, 4 трупа лежат? Да, я хуй знает. Значит, кто-то еще до меня постарался. Нет, они вместе с тобой добились. Да? Ну, я не знаю, я, короче, выхожу туда, блядь, и начинаю просто шмалять. Смотри, сколько у тебя внизу. Блядь, тут лодка какая-то заводится. А ТВшников уже все-таки выбивали. Посмотрите. Если наши, если тормознут, это считай, вся атака будет практически, блядь. Ну сейчас этот таракан чуть-чуть зайдет в спину, блядь. С весом и со стаминой что-то не так вообще, абсолютно. А что со стаминой там? Вроде ну, на мне 90 килограмм, я пробежал да, 50 метров. Да, есть такое. И она у тебя довольно быстро восстановилась, ты опять пробежал сюда. Да, есть такая херня. Ну все что ты жалуешься так. Тогда, блядь? Все хотели так. Главное, чтобы восстанавливаться и хуй без. Не-не-не, там надо, есть отдельный параметр влияния загрузки. Это то же самое, как и с медициной, да? Будет бесконечно правиться. Не знаю, стандартные значения людям не понравились, которые в научной работе описаны. Люди сказали, что в научной работе Гендельф это правильно. Таракан. Ну да, это какой-то Стэнфордский университет. Там все дебилы. Нет, там, скорее всего, среднестатистического чувачка берут, который курит, блядь. А не бойца, который, блядь, бегает каждый день там по 5 километров. Снайперка, таракан идет за снайпером. Да, давай, Тараканыч, давай, блядь. Ебашь их там всех в спину. Стамина дает о себе знать. Я, кстати, не ощутил ее особо, эту стамину в этой миссии. Тоже, из прошлой игры тоже я не ощущал. Но у тебя броника не было, скорее всего. Да, броника, кстати, не было нихуя. Ничего не было, блядь. Хватай даже его за ноги и об камень. Давай. Опа, блядь. Ах, тараканыч. Ну вот тараканыч. Че он тебе сказал? Ну, злодей. Маром. Кто что сказал? Тебе что-то сказали? Ничего не сказали. Поэтому, типа, сдавайся. Да не, если стяжки были, можно было бы его связать, конечно.
Не, стяжек на этой игре. Хотя, с другой стороны, если ты бы его связал бы, он начал бы кричать, пацаны, около меня враг, нахуй так сказать. Я РПГ-ха ни в кого не попал, что ли? Не. Нет. А я видел, как стрелял. Ну, прям рядом стрелял. Сейчас таракан должен лсишников всех завалить, если получится. Если. Почему? Да, увидел. Слушай, как он у нас не зашли, никто не видел. Обошли. Пошли. Тебя таракан убил? Ну, таракан в спину зашел, если что. Не-не-не, я за я выйду, меня... А тебя это... на эту гору залезли. С фланга тебе зашли и все. Парни, а что не так? А там с другой стороны могут зайти они. Кстати, какой стороны? В ложбинке. В ложбинке слева от Уралов, смотри. Где Кальпа умер, там ложбинка. Ой, таракан же не туда, сука. Вроде туда. Нормально, 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 давай. Ой. Красавчик. Красава, блин. Молодец, блядь. Вы хотите сказать, по желтой линии? Я, блядь, таракан откуда? Ну, получается, так? Какие еще варианты? А он по берегу, походу, обошел. По желтой линии там некак подняться. Ну, вот ну, поднялись. Проверь, что могу сказать. Это надо у Уралов спросить. Вот сейчас их кто-нибудь завалит. Так, вот, смотри, мы с ними вместе поднимались. От Задзы летишь, получается. Да не, я думаю, ну, по низинке можно пройти. Да. А, видишь спуск, где на карте две горы нарисованы? Угу. Вот по этому спуску спокойно поднимаешься и все. Ну и вот. Вот они так и поднялись. На лодку туда поплыли, блядь, поднялись. Кот. Скайнет будет жить или нет? Да. А ты как, от своего выстрела умер, что ли? От своего, да. По каким-то причинам она прям в землю уже шмальнула. Хотя... Предатель, блядь, в другую сторону играет. Блин, жулик последний остался, и то, наверное, сейчас убьют. Как вообще Скайнета спалили? Чё за персональный обход на Скайнета там был так что? Там всех спалили. Блин. Это у кого там горит-то? Да это херня, они не поднимутся они туда. Это что там их осталось-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек, блядь. Сейчас все рок если завалят, и все, пиздец. Лавки нихуя ничего не сделают. Руку плохо. Эх, таракан что надо было этот, блядь, брать снайперку здоровую и шмалять из нее просто по этим по лавкам, блядь. Только у него труба есть. Ну и труба есть, конечно. Ну это что, надо попасть с трубы? Это да. У синих сейчас вся пехота передохнет, подъедет вся техника и тоже передохнет, потому что нет пехоты. А пехота сдохла, потому что нет техники. Ну да. А нас краши крыло. Вертушка крыла и лавки крыли, блядь, нашу позицию. А у вас работал СПГ и миномет в этот раз, да? ДШК? Ну, СПГ, скорее всего, никого не убил. Миномет... Прям на нас миллионом хватает. СПГ сам себя убил, по-моему. Миномет... Да, вообще тишина, блядь. Миномет плюхал рядом с нами пару раз. Да. И ДШК ничего не сделал. Здесь БХ, скорее всего, больше сделал. И пехоту у ВТФ там. А Тимовская БХ тоже постреляла. Ну, сейчас таракан что-то посидеть. Ну, наконец-то, блядь, доковыряли. Здесь просто у синих пехота отдельно пошла и уберутся в одну единственную БМП. А, да, не убили наконец. Ну там что? Ха! О, таракан! А, зачем ты туда высунулся? Ну, Кверти сказал бы, эти лавки поехали к берегу. Я думал, они близко у берега. Близко, да. Ну, все равно ты один. Все равно там, шугануть их надо. Трассер живой еще. Трассер живой еще? Да, вон лежит. Сейчас убрал лав на клею. У меня что-то с одного выстрела, блядь. Смотри, вот зашевелились, сразу все убрало. А что, Урал нечем накрыть, что ли? Все. Миномет, блядь, бэхи же есть, блядь. Вон они, видишь, как смело побежали сразу же. Форан, сядь на миномет.
скажешь, миномет есть? Ой, миномет это да, это говно, я знаю. С этими палочками, хуялочками все стоит. А, блядь, я миллион сзади стрелял. А вы обошли... Вы обошли его, он обошел вас. Половина, короче, вы прошли, блядь, половина отступили, половина так, короче. Вы, короче, так, знаешь, это как пирог, блядь, был, короче, у вас. Да. Кто найдет немецких укреплений в немецкое да. оружие? Афису, да, Афис. Там есть склад с немецким оружием, кто найдет? Ну, Афис ты нашел. Я нашел и пошел искать Трайсера. А трассер вон коньки отбрасывает там потихонечку. Сейчас... Меня спомнили, что меня спорт. Рок, кстати, Вермиллион сейчас, скорее всего, заметит. Я думаю, нет. Я думаю, он за ним идет. А, блядь, у Рока это снайперка, что ли? Да, у нас все отделение снайперка. Ну они почти всех снайперов потеряли. По идее, это, наверное, дорого стоит. Нет. Столько же, сколько обычные игроки. А, ну зато мы лапку сожгли, кстати. Так что, в принципе. А вы где бы их проебали? Мура больше, а вы там как умерли? А нас таракан обошел, спасибо, прикрыли. А вторую бэху как убили? Ну а что, бэху сожгли, что ли? Ну одна уже минус, и вторая тоже стоит. Эх, вы Алёшки, блядь. А Тимус, ББшки тоже. Да откуда они там все взялись? А не надо было выскакивать, блядь. Ну держи этот бед. Ай, сзади. Ну, Форум, у меня снапс был водителем. Вылез осмотреться, и тут же его вертолет накрыл. А, вертушка, да, вертушка раба вот. Поймала его. Просто так совпало. Сейчас блин, будет, конечно, я только на трассером начал лечить. Давай, рок. Да, жулика как убили, вертушку о, что тебя кто? А, вертушка, конечно. Меня как раз вот Вермиллион сзади подошел убил. Ну и меня тоже, да, я там трассер. Блин, а рук лежит, ему пофиг. Он что, не слышит, что ли? Е-мое. Так это стреляет, то какая винтовка? Американская, он думаешь, свои, наверное. А я про это и говорил, что стреляет М-ка. Ой, да там еще МВ-шник один остался. Ну жопа, надо было дальше всем бежать, им тут не оставаться. Я вообще думал, что это тимпун был какой-то. Мне сейчас бы таракану поднять винтовку и перестрелять. Да, только сейчас он могут вполне, в принципе, Урал и Джейм зайти в зону и захватить его. А, кстати, бэх выпили? Да, обе. Ништяк. Миномет. Там пулемет 300, там... Трассер, я пытался. Патроны поставить. Да, я понял. Трассер, ты предатель, блин. В смысле, чего? Кто за нас играл, а тот херак в другую сторону. У нас было меньше. Да, что-то нас тут всех положили нафиг. Нужен один катер собирать. Вибис оставался. Ну блин. Надо было ему стрелять, он меня спросил, кто-то к Уралу подходит. Лавка-то круче, чем катер собирается. Ну да. Они на машинке это приехали, да, по не спустились просто. Ну на Урале вот. И они здесь целое отделение было. Вот они нас всех стреляли. Ну как себе больше не умерли? Квартир споткнулся. Я спрыгнул. С вертушки ебанул. Отскоки. Мы на бэхе так спрыгнули в начале игры. Потом минут 10 обратно поднимались. Успех. А, блин, я бункер спутал, сука. Я не на тот бункер поднимался. Я думал, значит, раз поднимался, значит, спуститься можно. Ты действительно свалился? Ну, посмотри на красивый след кровищи. Сейчас, скидцы, по всему все, склону. Все сделано. Он локальный, да. У меня не отображает. А, есть, да. Какая драма. Ты думал, там бункер прыгнул, не глядя? Нет, просто вот где кот валяется, труп. Я к этому бункеру подымался и думал, что это наверху находясь, я думал, что это понял. Именно тот бункер можно спуститься. Прошел вниз и полетел, короче. И
чуть не дождался, он уже. Давай, кит, зарешай. О, еще один плывет. Ну, воин, слышишь? Ой, таракан, слышишь? Там вроде заметил, идет. Ага. Еще один плывет на проклятый остров. Трубу сейчас достал. Будет хорошо. Сейчас будет а-та-та. Выжил. Тебя уже убил. Что же я свой убил? Да, выжил, короче, лапку пизданул у тебя. Своя, что ли? Ну, конечно. Ну, а какая ты еще, блядь? Сейчас вермиллион найдет, нет? Нет, таракан, не нашел. Таракан стрельнул. Хорош, хорош. Долежался все на тебя. Ну да, нормально, в принципе, там, считай, всех остановили на этом. Богу, шумишь. Ну да, вы считаете, 2 или 3 отделения остановили. О, Грека догадался залезть. Нихуя себе, Мишка, живой остался. Касаныча все-таки убили, да. Я вас что в самом начале похоронил, вермиллион. Я сам себя в самом начале похоронил, когда у меня перед носом ГПшка взорвалась. Ну сейчас кит должен грязь делать, ужасную грязь. А зачем они меня убили? Вы вообще нормально. Мы подумали, что противник. Подумали, что слишком хорошо выжил после РПГ. К таракану. Надо помирать. После РПГ, блядь. Нихуя трупу, блядь, на пидоре. А что, у нас миномет все не работает? А миномет ни разу не работает. Работал. То, что я метки ставил, откуда ГП хилетели, и не слышал ответку. Экзиль, вас лавка спалила, да? Просто дабл пиво. И я им подсказываю сверху, как они сидят. Ну да. А, только сейчас как-то. Три сирены стреляли. Кто ты, вешников, бы поджег? Ну, пиздец, убрал, как ты, не дозвал. А ты вешников? Не был. Бля, Тима и ББ. Ой, господи, я Тима, да-да-да, Тима. Ну, кто-то наш, и... по-моему. А на что, на правом фланге никого не было? Кто вас спалил? Таракан же, один по-моему. Один мустаж был. А? Один мустаж был. Это что с этим? Урал флегматик. А еще Кидзе еще пережил Кидзе попадание. Ну, пизда, сейчас зоня. У него броник. Сейчас синий захватит. Смотрите на флегматика Урала, сейчас на происходит. И в прицеле у него то же самое, что у него посмотреть со стороны. Он выжил? Он, ну, да. Он тебе в голову попал, ты ему в руки. Все разница. Лучше бы ты с РПГ стрелял у него. Угу. Прям не выходя из бункера. Да. Осталось убить троих. Ну да. Чё-то пиздец какой-то. Ну проебали сторону просто и все. Мы нормально там покошмарили. Это, если бы казах, блядь, не сдох от этого. Но я взлетел и все посмотрел. От камня. По факту, я когда к тебе поднялся, я только тогда увидел, что там лодки стоят уже. А лодки там давно уже стояли. Ну, казах пришел. Ты слышал, там стрельба идет. Я там стрелял, что мы там стреляли. А я вообще не знаю, куда. А, ты Грека. А вот как раз был. Хотел туда пройти, где я, короче, лежал. Просто решил через камни. А что с тараканом? И взлетел. А его сознанку отправил, этот рок. Ну все, сейчас пацаны просто зону захватят, смотри. Почему мне засчитали там какие-то джои в подавлении? Ничего себе, Фрост. Его навели. Он прям так. Я выходил на брифайр. Там сверху все видят, ребята, просто говорят. Вот это что сейчас такое было? А Тиме что за... Ну скелет. А, Грека. Грек раскидывает, как обычно. Два на два. Сейчас Джей еще пройдет. А, да, надеюсь. Он ползет потихонечку. Пол-триггер нужно делать, опец. Но меня радует то, что я сдох не первый. Первым сдох мустаж. А как, кстати, он умер? Скатился? Я не знаю. Убили, скорее всего. Он уже давно скатился. Совсем скатился. Из него. Слушай, а Рок, а такой камуфляж вообще реально его не убежал. Да вообще жесть. Куст. Еще в кусте лежит. Да он до куста еще. Там у него в спине убивают, ему все.
Целокилетка. О, лавочка заехала, смотрю. Хоть одна. Да, блядь, там на каждом из нас труп, блядь. Сейчас прям грех не оставляет. А Файрес что, не слышит ее, что ли? А, нет, слышит вообще. Хотел кучу там сделать ей, блядь. Блин, здесь в городе было секретное место, где можно было сныкаться, взять пулемет немецкий и сидеть просто долго. Но тем парням, которые сейчас на миномете сидят, лучше, конечно, стянуться в зону, блядь. Ну да. У них рации нет. Ну, а КМ был потихонечку. Не, появилась рация, они потом вышли на связь. Там, кстати, у зеленых довольно сильно. С вертушкой еще летает. С вертушкой с рациями. Компаса, блядь, нету. Компаса, сука. У меня компас был. Ну, у тебя но, был. Лимсик на нашел. Зато остального да? Ничего не было. Я думаю, что до такой степени, конечно, не стоит доводить. О, первая лавка поехала. Летит. А что там, вон, они же подтягиваются. Кто через нас прошли как раз, вот они, остатки. А у нас хули, у нас ни одной бэхи не осталось. Блядь, где бы ее? Грека, Грека, у них слева, Грека, давай. Ой, там лавка. Делает свое дело. Пам-пам-пам. А, смачно. Белый. Все. Убила мифа. Мифа прямым попаданием. Ах, Горека убил все-таки Персиве. Найс. Прям в лицо прилетело, блядь. А его не видно там, блядь. А ты же видел, как она выезжает, наверняка. Лимсик видел, как она выезжает. Да. Поэтому Лимсик выезжал. Нет. Лимсик видел. А кто КСМ был? Лимсик страшно вернулся. А что-то залагался? А нюхак этот, блядь, мелкий. А коп сохраняется. Рано, ты чё? Надо было последнюю секунду. Последнюю секунду вешает сервак. За 10 секунд сервак повесил. Нет, так и сейчас повесило. Он и сейчас повесился, да. За 20 даже уже висел. Ау, Форан. Форан, ты где умер вообще? На берегу. Ну, там на пен нажми, дом. Посмотри. Я тебя труп твой не вижу. Я с фланга зашел всей толпе, короче, которая там была сидела на горе, блядь. И с ними стрелял. Я сдох на минуту позже, чем он.